А сегодня впервые после выборов встретились депутаты 6-го созыва Чебоксарского городского собрания. В повестке дня избрание главы города, его заместителя. Определены составы постоянных комиссий собрания. 6-й созыв Чебоксарского городского собрания депутатов сформирован по новой схеме. Из 43 народных избранников 22 выбирались по партийным спискам, 21 по одномандатным округам. После подведения итогов выборов 13 сентября большинство в городском парламенте получили представители партии «Единая Россия» – 36 мандатов. 3 получили представители КПРФ, 3 «Справедливой России» и 1 ЛДПР. Сегодня все они получили значки и удостоверения депутатов Чебоксарского городского собрания. На заседании также были сформированы депутатские фракции. Их 3 – фракция «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия». Одним из основных стал вопрос об избрании председателя собрания депутатов, главы города. Были предложены 2 кандидатуры – Леонида Черкесова от «Единой России» и Алексея Шурчанова от КПРФ. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы статус депутата Чебоксарского городского собрания должен быть высоким. И только вот совместными усилиями мы сможем достичь это улучшение, в первую очередь, наша задача – улучшение качества жизни наших горожан, ну и благоустройства нашего города. Бюро республиканского отделения КПРФ, ну, зная, что выборы – это всегда альтернатива, выдвинуло также и мою кандидатуру, но, как правильно отметил господин Кузин, что выборы, они тайные, поэтому, ну, пожелаем всем удачи. По регламенту глава города выбирается тайным голосованием. По итогам тайного голосования главой города избран Леонид Черкесов. При подсчете голоса распределились следующим образом. Черкесов Леонид Ильич – 35 голосов. Шурчанов Алексей Валентинович – 3 голоса. Таким образом, избранным главой города Чебоксары, председателем Чебоксарского городского собрания депутатов, считается Черкесов Леонид Ильич. Вступая в должность главой города Чебоксары, клянусь верно служить народу, приложить все усилия для развития и процветания родного города, повышения качества жизни горожан. Согласно регламенту, глава администрации Алексей Ладыков сложил свои полномочия. Исполнять обязанности сити-менеджера будет один из заместителей. Нового главу администрации выберет конкурсная комиссия, которую создали на собрании депутатов. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.